что, первоклассники, да? Воскресные. Будут поступать? Или уже поступили? А ты в какой? Молодец. В каком? Из Москвы, из Московской области. Спасибо. И вот это помогаете духовному просвещению. А вот это сын, вот который не хочет идти по стопам, но вы оказывается сын. Такой, как и да. Плачь. Ваш сын? Да. А старший из тебя. Спасибо. А вот это у нас третья группа. Ну хорошо, вы вовремя эту группу здания построили. Сейчас уже было бы трудно. Миллион. У нас сейчас в 10 раз дороже. Ну, да. И, наверное, больше, да. Собор, я думаю, что оказался очень удачный фейл. Не закончил, что станок. Воскресная школа, наверное, одни из тех немногих, которые не за городом, да? Да. А это еще потом. Через, да? Ну, храни вас всех, Господь. Спасибо.
Ваше святейшество, я приветствую вас на земле Игнатия. Приветствую вас на Грязовецкой нашей Гатарии. Давайте, вы на работе, я на работе. Давайте. Спасибо. И примите к эту старому русскому, доброму, прекрасному вещь нашу приветствую. Ну и по обычаю надо попробовать, как у нас. Хлеб прекрасный. Здесь кругом собираете. И мука хорошая. Своя? Да? Не всегда своя, но есть. Ну, слава Богу. Мы ехали событием в жизни, потому что это и архипастырь, и духовный писатель, который наставил свои произведения духовно-нравственного, аскетического содержания, которые имеют значение не только для того времени, когда жил святитель Игнатий Брянчанинов, но и для нас, для всех, когда мы возрождаем духовные и нравственные начала в жизни. Я думаю, что возродится и это место, и мы, приобщаясь и вспоминая наших великих предков, будем подражать им и следовать их завету. Спасибо вам за торжественную встречу. Ваше святейшество, да. Главный врач санатория, Александр Павлович Тарасов, хранитель всего того, что здесь есть. Что осталось в Брянчанинах, древним, считают, от нашего рода. И насколько я знаю, что он сейчас возглавляет с этого года. Является председатель Кировского собрания. Это все мы организованы здесь общины. Но община уже есть? Есть община, да? С мая месяца. Даже при свой текущий счет. К сожалению, вот храм. Так вот это. То есть первым по своей воле приехал. Малый известный архитектор Александр Сапотников устроил на приезд Рыжова. Строил. Эпоха постройки на начало прошлого века в 11 Много было утрачено. 17-20. Например, вот пару долларов. Сложно, видимо, знал проблему тут, что как строится. Но я только одно могу сказать, что если зайти в склад, деревья до сих пор новые. Это приходит вывод. Я пришел к такому выводу, что вот мне тоже приходилось деревья. Так, считали, что у всех дворянских гнездах сначала была, как говорят специалисты, регулярная часть парка, потом часть там каменные гроты и смешанный лес, и третья выходила в парк. Потому что основные тракты. Но народу, я имею в виду, по количеству народу было много в праздники там. Ну, я знаю, что трое ручицы, вот, например, в праздник. Здесь, так вот я информирован. Собирались очень много народу. В честь кого? Трое ручицы? Нет, храм Покрова Пресвятой Богородицы. Вот. Поэтому и Покровская называется. Да? По-видимому, так. И вот там, значит, мы эту часть, потом, я, как обычно, хуля привезем, видимо, по завещанию, да, там, кто там до 17-го года занимался в садике.